Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Так, три дня назад у нас закончился турнир, и только сейчас я захожу. Так, ну что, за элиту три звезды, ребята. Да, давно я не получал таких паков. Серьезно тебе говорю. Да, даже платиновых осколков не дали мне. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Ну, открыть колоду, это только что мы открыли пак. Здесь забираем бесплатную колоду, где нам ничегошеньки не выпадает. Я не удивлен. Так, давай дальше. Быстренько пробежимся по... Почему мы пробежимся быстренько? Ну, давай серию испытаний, наверное, сделаем в первую очередь. У нас, кстати, да, закончится круг полный. Так сказать, мы его завершим. Поехали. Быстренько сейчас им по макушке настучим и пойдем на арену. Ну, соответственно, друзья мои, опять же, на этой арене нам ничего не светит. Я уже боюсь, если честно, снимать черепашки-ниндзя, потому что... сколько я страйков получил за все это время? Наверное, ребята, три раза я получал именно по черепашкам. Я не знаю, что им не нравится. Какой тут может быть запрещенный контент? И чем он запрещен? Не пойму. Раз в три месяца периодически я ловлю бан. Меня это вот, честно говоря, очень сильно напрягает. Так, ну-ка, хан. Давай-ка мы... Надо как-то нам его... Ага, упал. Теперь, наверное, пойдем пропишем пиццелицему. Окей. Так, сюрикены. А зачем я Донателло там взял в эту команду? Молодец, Рэй. Красавчик, зачем взял Донателло? Я сам не понимаю. Ладно, в любом случае здесь победа за нами, и мы... Продвигаемся дальше. По поводу вопроса, кто-то мне из подписчиков написал: Рэй, ты забросил Стикман Стиквар Легаси? Нет, ребят, ничего не забрасывал. Просто элементарно сейчас не хватает времени. А почему не хватает времени? Потому что сейчас я проходил на втором канале Darksiders Genesis. Хорошо подсел на него и практически все время тратил именно туда. Вот. Ну, наконец-то я его прошел. Видосики буду постепенно выкладывать. Но сейчас собираюсь, вот я не знаю, либо Gears of War четвертую часть проходить, которая у меня висит уже, я не знаю, лет 5. Или все-таки начать с Бэтмена. С полной серии, начиная с первой и кончая последней. Так что, ребят, напишите в комментариях. Это относится к тем, кто у меня смотрит видосы на втором канале, кому нравятся ПК-игры. Так, ну что. Здесь мы прошли. Поднять уровень персонажа. Это мы сделаем все чуть-чуть попозже. Я не знаю сейчас, как мы будем буститься. Ну, буста, наверное, не получится, как обычно. О, да, черепашья буря, моя любимая испыталка. Давай, наверное, сразу побежим. Так, переходим на арену и погнали сразу же. Как говорится, по горячим следам. Ребята, пробовал зайти дракону всадники Олуха, не получается. Юрский мир тоже не получается. Обрыв связи и все. Но там драконов всадника Олухов я не могу, ребята, сделать обновление на гиг с лишним. Я думаю, куда, откуда столько обновлений-то? На гиг с лишним. Вы что, там брякнули, что ли, все? Ты представляешь, на Android устройство игра гиг. Это тем более драконы всадники Олуха. Ну, я помню, раньше были обновления, там 300 мегабайт, 200 мегабайт. Но на гигабайт, ой, гигабайт, 300 мегабайт. А тут на гиг с лишним. И он у меня, короче, на 30% вырубается. То есть 30% доходит, потом обрыв связи. И по новой. И так до бесконечности. Короче, не знаю, ребят. Буду пытаться, конечно же. Но постоянно, вот как только новый месяц начинается, постоянные вот эти вот проблемы с обновлением и с заходом в игры. Так, упал. Упал. Так, сейчас еще, ребята, на втором канале, помимо Gears of War, да, четвертой части, буду проходить, либо продолжу Frostpunk проходить, дополнительные миссии, либо же будем проходить Iron Harvest. Тоже напишите об этом в комментариях, что вы думаете, какую лучше продолжить игру снимать. Так, ну что, 11.12. Почему я задаю эти вопросы здесь, ребята? Потому что... там что-то по комментариям скупо все как-то идет, очень скупо. В основном аудитория вся здесь. Но в принципе, что здесь, что там, те же самые подписчики сидят, да. Поэтому если они смотрят видосики, соответственно, они этот вопрос услышат в любом случае.
Опять, ребята, проспал сегодня весь день. На часах на моих час ночи. Проснулся я где-то в часов 10. Упал я спать где-то в часа 3. Короче, вот эти вот ночные смены и вообще работа по сменам, она очень сильно выбивает меня из колеи. К тому же не забывай, что сейчас полярная ночь. Тоже очень, ребят. Ну как, она еще не наступила, но она близится, очень близится. Начинает, по-моему, с конца декабря у нас начинается. И до середины января. Она небольшой промежуток, но все равно, ребята, оставляет очень неприятный насадочек на душе. Вечно спать, вечно темнота. Ну, сам понимаешь, север есть север. Вечный холод и тому подобное. Так, ну что, мы с тобой дошли уже до 19 уровня, как еще у нас противники. Но, ребят, я здесь, конечно, амбиции-то слишком сильно не строю, потому что, ну, максимум сегодня дойдем до лиги, наверное, самураев. Завтра, точнее, завтра уже ничего. Да, сегодня у меня последний выходной получается. Вот, 12 часов, как говорится, пробило. Новый день. Это уже получается, послезавтра я ухожу на работу с утра. Да, выходные пролетают просто, ребята, как один день. Хоть их и три дня, но у меня пролетает вообще быстро очень. Не могу никак восстановиться. То ли витаминов не хватает. Ну, вроде бы пропивал курсы тут и лечился. Но, мне кажется, тут еще очень сказывается то, что я два раза переболел практически без какой-то там паузы. Ну и, наверное, вот организм подустал. Поэтому у меня как бы такая апатия ко всему, ребят. Все так лень делать. Так, ну что, мы с тобой до Лиги Воинов 3 звезды кое-как добрались. Надеюсь, до самураев там мы сегодня доберемся хоть. Пора бы уже давно получать кроликов. А то мы как-то про это дело забыли. И мне это не нравится. Ну давай сделаем так. Алапекс погнала в драку. Тюш. Нормально. С одной плюхи вырубила всю команду вражескую. Мне это нравится. Ну и мы шпарим далее. С 80-й позиции я перехожу на 43-ю. Так, а после Лиги Воинов, по-моему, элита будет. По-моему, элита. А уже после элиты будут самураи. По-моему, так должно быть. Ты смотри, какие тут скоростники. Тут Хан, тут и Карайка. Одни из самых быстрых персонажей в игре. Но, как видишь, это им не помогло, потому что у нас уровень на наших бойцах очень довольно крепкий. Блин, морозильная кошка в этой морозилочке, да, ездит? Такая прикольная. Ты бы съел бы эту морозильную кошку? Ну, я в плане того, что как мороженое. Съел бы или нет? Я бы, наверное, не смог бы съесть. Я бы пожалел бы. А может быть, съел бы. Вот пиццелицевую я бы, наверное, точно съел бы. А вот морозильную кошку не знаю. Так, ну что, погнали. Пока все идет, ребята, на изи. Но элита, ребята, элита. Меня элита не устраивает. Мне, чтобы получать первые платиновые осколки, ребята, это нужно находиться как минимум, по-моему, в лиге сёгунов. Не помню, нет, не в сёгунах, по-моему. Или в сёгунах. Или в мастерах. Совсем забыл. Ну, где-то там, в высших лигах нужно находиться, чтобы получать платиновые осколки. Другого варианта здесь просто нету. И не предвидится. Так, сегодня у нас какое? Первое число, ребят, да? Ну, уже второе. Надо будет сегодня в ХКР-ку зайти. Сегодня будет глобальная, ребята, чистка клана. В плане того, что я буду со всех снимать эти, как они называются, ну, короче, замов. И больше никому не дам. Потому что вот эти вот выбросы игроков необоснованные из клана, извините меня, это не дело. И на уговоры уже дай мне клан лидера. Нет, ребят, можете даже с этим вопросом ко мне больше не подходить. Никому я давать ничего не буду. Не будет меня в игре, не будет у нас, значит, этих соревнований пока. Гонок.
который там активировать нужно. Раз, два, три, четыре. Потому что это уже на самом деле парит. Без, как говорится, без причины выгонять игроков. Причем даже не посоветовавшись. Просто взять и убрать. Так, ну что, идеальная победа. Мы двигаемся дальше. Так, ну, элита 2 звезды, отлично. Ну, до самураев-то мы, наверное, сегодня все-таки с горем пополам сможем добраться. Бойцов, правда, все меньше с каждым разом, но зато уже 5 персонажей у нас дерутся. Так, ну что нам сделать? Масуха есть? Есть у Рафаэля. Давай. Кстати, мы не забываем его. Ну, это уже будет, друзья, наверное, после того, как мы все-таки докачаем слэша. Мы же его вроде качаем. А потом уже перейдем на Рафаэля. И если перейдем, если мы к этому времени не успеем создать, точнее, накопить на кроликов. Оу, щет, подожди, не то. Там было 13-15, да? Вот. Так, раз, два, три. Ну, уже, как ты видишь, 70-е уровни пошли. А это говорит о том, что наш запас скоро иссякнет. Иссякнет по бойцам. Давай-ка сделаем, наверное, удар Шреддера с помощью кланфутовцев. И они все слегли. Ну и прекрасно. Давай двигаться дальше. 27-я позиция. Кстати, я что-то начинаю сомневаться, что мы сможем ли сегодня дойти до самураев. Я просто сейчас глянул, как мы с тобой двигаемся. У нас только 2 звезды на элитке, а нужно 3 звезды. Вот такая вот трабла. Ну что же, накимарил. Не накимарил, а накумарил. Кумар. Кимар — это когда ты отдыхаешь, спишь. А кумар — это когда звездяришь. Так, ну что ж, давай 13-16 возьмем. У них всего лишь 37-й, ребята, ранг. 37-й, мы практически всех наших бойцов уже отыграли. Мы даже до платежков не дошли, до вражеских. 37-й уровень, ёк-макарёк. Ну, а что ты хотел? Среда. Точно среда. Да, по-моему, среда, ребят. Если не четверг. Ну, если с утра, в принципе, вечером можно будет поиграть. Опять же, все зависит от того, как ты устанешь на работе. Если сильно задрюканный будешь, то, конечно, тут только одно — дойти до кровати, то есть поесть и лечь спать. Все, ребят, потому что на следующий день тебе опять с утра в 4 часа вставать и так далее и тому подобное. Вот. Ну и еще раз повторяю, ребят, конечно же, то, что все выходные в Darksiders проиграл на втором канале. Так уж мне понравилось, так мне уж хотелось пройти, и прошел. Так, ну что, тут, как всегда, ребят, идеальная победа. Здесь другого варианта и быть не могло. Какая позиция? 38-я. Ну, либо-либо. Либо попадем, либо не попадем. Но, судя по персонажам, все шансы есть, что мы попадем в лигу самураев. В лигу самураев, и я этому радуюсь. Хе-хе. Раньше для меня лига самураев была ничто. Это, знаешь, так, проходящий звоночек. А теперь надо постараться, чтобы туда еще попасть. Ну, это я просто дал себе слабину, ребята. Этот тот месяц у меня, так скажем, ноябрь. Но он был просто неудачный во всех планах. Так что надо исправляться, надо брать опять, ребята, бразды правления, повышать инициативу и исправляться. Но все равно, ребята, иногда, я вам скажу, периодически нужно все-таки отдыхать и от Ютуба, и от всего, потому что, ну, знаешь, это вот как работа вторая уже получается. И она почему-то начинает тебя постепенно душить, ну, меня, по крайней мере. И можно в один момент просто перегореть. Перегореть и надолго. Поэтому, чтобы такого не было, надо давать себе небольшой отдых. Это как и в тренировках, ребята. Перетренированность есть, когда ты шпаришь эти тренировки, что-то лучше, интенсивнее, прогрессивнее, а потом чпок, и все, и сгораешь.
Думаешь, я отдохну недельку, потом вторую, месяц, год, два года. И думаешь, ай, смысла уже нет идти. Не восстановишься, вот типа того. Ну что, ребята, мы прошли с вами арену. Так, давай-ка мы тогда посмотрим, смогу ли я сейчас в данный момент. 13 тысяч мутагена. Да нет, конечно, не хватит у меня на слэша. Абсолютно не хватит. Давай тогда вот здесь хотя бы поднимем уровень. Так, и сразиться, значит, в 3 и в 10 боях. Ну, это мы с тобой опять же будем искать на слэше. Угу. Двое очков надо, 3D. Так, одни есть. Только одни, пока одни. Ну, ё-моё. Вы серьезно? Вы не хотите мне дать очки, вы даете мне всякую ерунду, настольный вентилятор. Во, вот. Нашел. Так, дальше, 4 фонаря еще нам надо. А нам выпадает видеокассета. Опять видеокассета. Ну что это, а? Ну что вот это такое, а? Ну ты объясни мне. Китайский фонарик, только первый. Так, ладно, завязываем. Потому что задание я уже выполнил. Забираем куш. Так, так, так. И теперь что я хотел сделать? Нам нужны жетоны, ребята. Поэтому быстренько идем сюда. Дубасим этих ребят и начинаем фармить жетоны. Нам не хватает, по-моему, 250. Или сколько? Или 150. Нет, 250, по-моему, жетонов для того, чтобы приобрести уже кроликов. В конце концов, за полное прохождение мы получаем сколько? Где-то, по-моему, 200 или 150. Тоже подзапамятовал. Ну, мы сейчас посмотрим, сколько я заработаю. Давай ударчик сделаем такой вот. Клич. Все, надо будет посмотреть, сколько у меня еще телепортов. Телепортов у меня 144. Ну, поехали. Так, камень Талика. Тут 2 доллара. Так, один осколок. Микеланджело фильм. Ну вот у нас и пошли. А, еще кольцо крутости сейчас получим. Доберем его. Все, теперь уже чисто жетоны, ребят. Так, нам нужно 830, да, по-моему, если не ошибаюсь. Пока я вижу, у нас 700. 700. Так, сколько? Еще 10, да? 10 по 15, 150. Это получается... О, да, ребята. Мы сегодня же открываем кроликов. Вот что тебе хочу сказать. Даже не верится. Так, 830, да, надо? 810, 825, 830, даже 840. Ну что, идем в магазин. Подожди, какие... А, ну да, предметы. Ать, ну что, друзья мои. Вот они, роднульки. Блин. Ты сейчас, блин, серьезно? Хотя, подожди. А, мы уже их приобрели. Так, знаешь, что мне нужно? Мне нужно где-то 500 мутагена набить. Слушай, а где же можно набить 500 мутагена? В принципе, если мы сейчас начнем вот здесь вот на слэше опять же искать те же самые хотя бы фонарики, возможно, мы с тобой и набьем. Потому что по 65 мутагена, как ты видишь, мы получаем 75. Главное, чтобы пиццы хватило. Так, 10 тысяч мутагенов. Все, последний раз. Отлично, ребят. Где они? Вот они. Есть. Есть, друзья мои. 5 звездочек. Вот это я понимаю. Так. Рыбокрыльчья ракетомощь. Кролики сбиваются в стаю и превращаются в пушистую машину разрушения. Разрушитель. Так, ну это массовая атака. Увеличивает силу атаки на 50%. Нифига.
Сила атаки на 50%. А кто мне там говорил? Крэнк? Ну-ка, у Крэнга. Увеличить силу атаки на 140%. Но это на 7-й ступени, ребята. А там на 1-й 50. Вот интересный вопросик. Кто же мощнее? Кролики? Шреддер? Так, супер Шреддер. А, ну супер Шреддера нету. Ну 100, 150% это у Крэнга. Я не знаю, сколько у кроликов. Надо будет, ребят, смотреть. Надо будет обязательно все это дело смотреть. Ну что? Что мы будем сейчас делать? Что у нас есть? Какая возможность? Мы можем, в принципе, допройти смятение из другого измерения. Я считаю, что это будет справедливо. Погнали. Так, возьмем. Хоп-хоп-хоп. И вот так. Погнали. Там, тем более, всего лишь два уровня нужно пробежать. Ну что ты, посмотри, а? Вот консервная банка выпендривается. Давай клинки. Опа. Так, укусик. Шаром шипастым. Ну, добьешь? Замечательно. И последняя волна. Так, мне бы массовую атаку какую-нибудь. Ну, ни у кого пока нету. Во, Армагон, давай. Прихлопни их. Ага, не тут-то было. Недобитыши стоят. Ну, это так, временно. Ну, ребята, и последняя у нас получается боевка сейчас будет. Именно с Крэнгом, да-да. Крэнг собственной персоны. Поехали. Пускай он там даже не бухтит ничего. Все равно сейчас получит по полной программе. Так, этого вырубаем, нет? Нет, не вырубили. Давай ракеты пустим. Окей. Это отпадет. Отлично. И нейтрализатор у нас. Ну, он не такой ватный, да? Ну что же, а вот и Крэнг. В своем этом космопорте засел он. Ну давай, иди сюда. Будешь сейчас получать. Такая сопля там сбоку висит. Машет он там руками, типа, в атаку. У меня вон тоже есть Крэнг, к твоему сведению. Поехали, шипы. Даже кровотечение не повесили, нифига себе. Так, и, видимо, добивка. Нет. Лео, давай. Как говорится, командир черепашек добил Крэнга. Вот и все. Сейчас мы посмотрим, все ли у нас там по сундукам. Все ли хорошо. Так, ну, пак, это понятно. Пак, это само собой разумеющееся. Да, 100% завершено. Ну, поехали, будем потихонечку открывать. В данный момент меня не интересуют, ребята, карточки. Меня интересует больше вот наверху награды. И вот эти элементы. Да, что-то как-то баксов мало дают. И мутагена тоже мало дают. Ага. Так, 8000. И 7 телепортов, $18. Ну, в принципе, ребят, в принципе, неплохо. Так. И получается, что, да, на сегодня, ребята, все. Так, здесь не забрал еще. Так что, после того, как мы прокачаем Крэнга. Ой, Крэнга, ё-моё, о чем ты? А, слыша? Не знаю, ребят, вы пишите в комментариях. Либо нам кроликов качать, либо будем качать Рафаэля. Пишите, а там уже будет видно.
Ну что, ребята, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.